теперь поможет сборной России в матче против Швеции. Перехват перехват «Зенита», удар поворотом, и какой гол, а! Какой гол! Вот настоящий праздник должен подкрепляться красивыми голами. Под разговоры о забивном футболисте «Зенита», «Зенит» забивает очень красивый гол. Это в какой-то степени примета, которая сработала. 1-0. Замечательный удар. Просто замечательный удар Матиаса Краневитера. И еще раз давайте посмотрим. У молодого Сёрена Алерса не было шансов добраться до такого мяча. Но и футболисты Шальки сами ошиблись. И третьим своим касанием Краневитер завершает атаку, которую сам же и организовал, отобрав мяч. Красотища, потрясающий удар и шикарный прыжок 21-летнего вратаря.